Третий открытый фестиваль-конкурс песни «С чего начинается Родина» провели в Доме офицеров поселка Ферма. Это двухдневный фестиваль, который проходил 13 и 14 апреля. В фестивале приняли участие военнослужащие, члены их семей и гражданские. А это около 200 человек из разных регионов России. На этот фестиваль приезжаю уже третий год. Я сама из Комсомольска-на-Амуре, служу в военном оркестре. Люблю музыку, люблю то дело, которым я занимаюсь, и я буду только совершенствоваться, продолжать свой путь. И, конечно же, возьму тот опыт от жюри компетентных, которые они дадут. Свой талант показали профессиональные и самодеятельные исполнители, творческие коллективы, работающие в различных жанрах и стилях современной музыки. Идейным вдохновителем конкурса «С чего начинается Родина» является заслуженный артист России Александр Левшин. Приехали со всей страны, потому что Министерство обороны – это вся страна. Но в этом году у нас еще и международный. Приехали из другого государства, из Белоруссии. Мы очень этому рады. У нас по заданию в конкурсе каждый исполняет две песни. Одна песня «С чего начинается Родина» имеется в виду под этим смысловым символом, с очень широким пониманием этого всего. И вторая свободная тема. Жесткий отбор и оценку исполнения на конкурсе проводила команда экспертов, среди которых Евгений Герчаков, народный артист России, актер театра и кино, Ксения Георгиади, заслуженная артистка Российской Федерации, эстрадная певица. Очень многие в этот раз было так, что пели рядом, и мы это говорили, что радует, что люди слушают и не обижаются, они понимают, что это им на пользу. И они вот в следующем году, вот мы приедем и покажем. Я говорю, молодцы, ребята, вот так и надо. Вот только так вы вырастете. Если все время будете слушать родных, папу, маму, которые будут хвалить свое чадо, ты гений, ты это, то ничего не добьетесь. Слушайте людей, которые посторонние, которые видят, что у вас есть талант. Яркой кульминацией праздника стал гала-концерт с участием звезд российской эстрады и лауреатов конкурса. Всех участников наградили дипломами, кубками, медалями и ценными подарками. Полина Иноземцева, Евгений Шевченко. Программа «События».